Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Канадец прикольно поставил, но мне его город тут очень не нравится. Ведь он еще и клетки сразу выкупил. Под Везувием. Кстати, я думаю, мне тоже имеет смысл вот эту клетку выкупить. Да, он, кстати, прошлым ходом это сделал, поставил там город. Слышь, американец, а ты через shift ходишь или что ты делаешь? Почему у тебя юниты всегда раньше, чем ход начинается? Вот. Ну, потому что ты прогружаешься позже него, договоритесь на счет играть. Тут бы, конечно, еще город поставить, а то будет. Ну тут, слушайте, ну мне не нравится эти. Хотя надо везде города ставить. Что тут нравится, не нравится. Так, кто у нас лидер по техам? Финикия. 25, 24. Ну, всех остальных. Да, тут, короче, не особо понятно, куда. Давайте в Куско. Не знаю, где больше денег я украду? 60, 48. Да, англичанин дрался за Исака Ньютона до последнего. 20. Ну, в Куско походу. Чего? Да, англичанин говорил. По-моему, все свое производство пустил на то, чтобы Исака Ньютона получить. Ну, если у меня всего лишь два кампуса, то... Один из них на три, а другие по одному и по нулю. То почему бы не... Ты говоришь, у тебя два кампуса. Ну. Ну, ладно, хорошо, три. Митла дала мне третий на ноль. Хорошо. На один. Да, точно, забафалась. Сейчас только что достроился акведук, стал на один. Да, вообще, кстати, к этому ходу видеть меньше 100 науки удивительно. То есть обычно уже, ну, к этой эпохе, к третьей эпохе уже народ там вовсю бафает такой, сидит, соседство кампусов, рационализм. Я напоминаю дружбу не заключать с канадцем, а то он сейчас закончится этот, и он пойдет всех обращать. У него 133 веры в ход. Да подожди ж ты, блин, я еще не пропал. Фу, я так не могу, я уже 25 потерял, наверное, из-за этого. Руздок, не атакуй, пока не прогрузится. На счет тогда надо, да? Играть. Там уже, мне кажется. Ну, выбирайте, кто-то это считает. Все, ты вышел все. Так, тут просто внутреннее море.
Так, починим пшеничку. И тут проплыва нет. Эх. Ну ладно, я будем в союзах с инком. Я у него на территории эту апну в каравеллу. Я вообще, кстати, даже не знаю, где каравеллы. А вот они как раз следующие. Ну, считайте тогда. Ну, Меркуция скажет, что он прогрузился. Кстати, я до сих пор... Ну, обычно это говорится после того, как меня проатакуют, ну ладно. Ты вот бедный ты несчастный. Все, весь мир против тебя. Так. Надо ли... Я вот думаю, мне других этих брать. Или Лян, например, качнуть. Я думаю, других надо брать. Блин, я бы, конечно, Мокшу уже взял, чтобы он... Мне священное место надо в Риме причем построить. Давайте подумаем, где. Ну вот, слушайте, на плюс 3. А почему тут священное место на плюс 3? Потому что два леса. А надо ли мне вот так прям на плюс 3? Ну, слушайте, у меня уже 30 просто... секунд моего хода прошло. Меркуцо. Я и не двигаюсь. А... Ну все, ты загрузился? Ну он проатаковал. Ну так я не могу ждать, блин, весь ход. У меня 30 секунд уже прошло. Я не понял, прогрузился, не прогрузился. Я не так, слышу ничего. Так занимайся другими делами в других городах. Ну как я могу другими делами? Как, ну, если мне скажут, что прогрузился, я тогда вернусь, мы посчитаемся, тогда можно. Ну, правильно. Блин, с ними разбираться. У меня нету дополнительных. Нету. Так, вот это надо убрать. Боже, 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 соседство центра коммерции. Ой, ладно, это науку дает. Мне Каир, это какой-то трындец. Я отвожу войска, просто иди убей город. Ну чё, повоюй. Ну, он меня сейчас убил все войска. Ну, так что у тебя стены стоят. То есть не было ничего. Не настолько сильно опережается, ладно. Чего? О, блин, тут не пройти. Не слишком сильно тебя по силе опережает. А тут же не в силе дело, у него стоит 5 арбалетиков. Ну, короче, скажите, когда я смогу ходить, я так... Да, в любое время ходить уже все равно. Так в любое время? Вот это вот неприятно, что, во-первых, в разное время, да... Потом каждый игрок начинает под себя пытаться это улучшить, и ну это важно, ты просто первый ходишь, атакуешь, все, пока там у соперника еще не загрузился ход даже. Так, значит, тут арену надо. Финики, у тебя там как по союзам? А, все вижу. Ну... Долговато. Ну, если так, то не выдавливай себя. Все сразу стало понятно. Давайте, наверное, я священное место вот здесь поставлю. Просто хочу свою религию распространить, чтобы... У Канады даже не было возможности как-то. Слушайте, я думаю, что я на эту Викторию буду лояльностью неплохо так влиять. Знал, что она через божественное право.
Давайте аквакультуру все-таки возьму. Мне кажется, здесь у Анса это очень неплохо зайдет. Тут куча места под аквакультуру. И возьму... Сейчас, пойти выберу строительство. Знаете, наверное, мокшу. Я пока его не буду сажать, я просто подумаю, где я раз... Может, я в Лукдуном сейчас понесу религию сюда? А, так давайте я, наверное, туда его и определю. Он все равно будет 5 ходов ехать. Правильно? Да, я бы на Викторию... мне кажется, я должен на Викторию прилично давить лояльностью. Ну, когда у меня эти города разовьются. Они вроде... Лукдуном точно неплохо должен развиться. Пойдем свинок обработаем. Флотоводец внезапно. Позволяет перемещаться вне трева. Отлично. То, что доктор прописал. Поехали. Можно даже каравеллы пока не открывать. Девять ходов. Ну, вообще, мне надо легион построить. Я его даже купить просто, наверное, могу. Где он? Вот он, 220, отлично. 4 очка. Этот мне даст тоже неплохо очков. Я имею в виду Колизей. Я не думаю, что его кто-то строит. Пока никуда не отправляем. Так, две мастерских еще не построены у меня, да? Взял соседство центра коммерции, потому что мне сейчас центр коммерции дает науку пока, видите? Но это пока золотой век идет. Хотя у меня центр коммерции только в двух городах. Ну, хоть какое-то добавление науки. Так, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь городов. Тут... закончили. В принципе, я еще могу здесь. Раз, два, три. Ну, блин, это пустыня не очень. Семь ходов Колизей. А через сколько я получу этого человека? Да не, у меня Колизей, наверное, своим ходом достроится. Я потом его на что-нибудь другое лучше использую.
Блин, такая... Блин, у вас эти Апеннинские горы между Англией и... Не, Пеннинские горы между Англией и инками. Такой раздел прикольный. Сколько у меня тут производства? 6. Так, ну тут отложим на один ход. Я хочу все-таки священное место и светиль. Или вообще давайте мастерскую сделаем. 3 производства. Давайте сделаем мастерскую. Так, все, вот это опасное место я обезопасил. В общем-то, у меня больше нигде нету возможности... Слушай, давайте тут мы с амбара начнем. Или вообще, может, с этих... А, бани тут невозможно. Значит, с амбара. Больше нигде разливов реки не будет. Так, меркантилизм открыли. О, лагеря плюс производство и плюс пища, то что надо. Не, все-таки нормальный пантеон получился. Возможно... Да нет, нормальный пантеон. Я даже не... Сложно. Можно было бы за соседство с тропическими лесами взять для священных мест... Это единственное. Но, в принципе, мне нравится. Так, священное место. Неожиданно, но здравствуй, Америка. Привет. Блин, увидел Ванкувер, хотел спросить, а когда это ты успел Ванкувер захватить? Он же когда-то был ГГшкой, по-моему, нет? До выхода Канады. Наверное, я не помню. Пятый вроде был. Может, легион так построить, кстати? Потом строителя здесь. Что-нибудь будем менять? Я думаю, нет. А где у нас вообще торговая республика? А вот она. Пошли в нее. Без каравел. Так, откроем. Да, блин. Варвары, уходите. Так, проверка городов. Рост... Все отлично, обрабатывать. Тут надо пообрабатывать, чтобы еда была в городе. Тут тоже все зашибись. Да, тут на производство. Ну, вроде неплохо. Так, сколько ходов осталось? 7. Колизей успевает достроиться, легион успевает появиться. Каких-нибудь великих людей... Да, я еще, наверное, Исидора Милецкого получу. Собственно, 3 хода до него осталось. И я могу даже подумать, какое-нибудь еще чудо построить. Какие у нас тут варианты? Может, мавзолей в Геликарнасе в Анции? А, вот тут он, кстати, походу встанет. Или нет? Где он? Необходимое соседство... А, с гаванью. Ну, то есть он должен быть на ровном месте и с гаванью. Хорошо, я так... Ну, в Медиолане как-то он не очень, Геликарнас. Не очень.
Хорошо, какие еще тут хорошие чудеса? Килвакисивани, в принципе. Плюс 3 посла, если вы сюзерен города-государства, это дает плюс 15% к типичным бонусам. Так, о, нифига мне тут очков дали, во-первых, за легион, во-вторых же, а, кстати, я же, да, я в золотом веке, за железо еще дали. Так, хорошо, хотя я за лошади еще могу, я все, всадников могу сделать, еще получить, да? Давайте тут сначала лесопилку, а потом пойдем уже туда. Еще я могу доплыть до 3 невстреченных мной цивилизаций. Давайте этого лучника вернем в Аквилею. Я примерно понимаю, что там у канадца на самом деле. Так, Анций. Хочу ли я тут какое-то чудо строить? У меня еще в каких-нибудь городах... Всех остальных норм. Тут я хочу святилище просто купить в Риме за деньги и... Может, картография? Ну, зачем мне картография? Дворец Патал. Давайте лучше дворец Патала построим. На холмах рядом с горой. Вот это, кстати... Например, вот здесь он становится, да? И вот на это можно использовать... Блин, кто-то забрал. Канада, что ли, выкупила? Да, причем за веру, скорее всего. Да, блин. Ну, ладно, я и без него как бы могу обойтись пока. Мне, кстати, еще Колизей кучу культуры даст. Интересно, на что он его выкупил? А, ну еще и это. И Англия крутого заберет. То есть мне говно какое-то дали на стены. Давайте в Аквилее. И тут еще есть территория, но тут, мне кажется, такой не так себе город будет. Так. Ну, теперь можно уже не думать о том, какое чудо построить. Можно спокойно заниматься развитием. Кампус. Вот тут кампус на плюс 2 надо ставить. Уже надо вообще кампусы ставить. Но прежде давайте еще одного строителя здесь. Рим, сделка. Наконец-то союз. Давай экономический. О, кстати. Не-не, союза еще нет, еще два хода. О, чудо какое-то тут. У кого из друзей, соседей союзы есть? Британская империя. Только с Канадой не заключай.
Ладно, построю светильщик. Ну, можно, но я к тебе караваны очень вряд ли буду посылать. Ну, у меня Stockon Trent хорошо стоит для... Да, здорово, только я его не вижу. А, ну это без проблем. У меня все караваны к инку бегают. Да, должен выйти в золотой век. Снова. Соседство. Ну, кстати, можно пока соседство гавани еще поставить. Ну, я его поставил. 54 юнита за секунду атакуют, это капец. 54 юнита? Ну, я утрирую. Я думаю, через 3 просто ход еще не начинается, уже бабах со всех сторон. Ну, у меня ход начинается, просто мы могли играть на счет. А ты ж не хотел, ты мне уже перебился. А, я не поверил, что... Это не через шифт. Невозможно. Ну, тут нету шифта. Я могу тебе стрим включить и просто показать, что я гружусь, у тебя все стоит. Я просто тык-тык-тык-тык мышкой. А тебе самому весело? Не очень, но я говорил, что мы могли играть на счет, чтобы кто-то посчитал. Раз, два, три. Я слышал только молчание. Я сижу, смотрю на мой таймер. У меня идет таймер. 39, 38, 37, молчание. 36, молчание. То есть, ну, что мне делать? Пользовался. Моно кипело, конечно. Обидненько. Ну, просто веселая игра. То есть я первый вообще, кто предложил играть на таймер. Ну, в смысле, на счет. По-моему, это был я первый. Ну, может быть. Ты предложил, тебе не посчитали, и ты мне убил половину юнита. Без таймера. Офигенно, да? Я не знаю, про какую половину там идет, честно. Я просто ждал, ждал, ждал и не дождался. Я ждал очень. Я не дождался, ты мог попросить, пацаны, посчитать. Будь здоров. Будь здоров, да. На вас. Не болей. Вообще ни одной войны нельзя выигрывать. Всегда найдется какая-то причина там. То быстро хожу, то шифт какой-то, то еще что-то. А в чем тут быстро ходит? Межкультуру еще это дает, я совсем забыл, блин. Каждый ход я их строить не успел. Ну, на счет, значит, играть. Ты не захотел на счет. Когда сказали на счет... Да, я не захотел, я сказал, нет, я не буду играть на счет. Нет, ты сказал, я буду, и убил мне кучу юнитов. О, мы опять можем протестантизм осуждать. Отлично. Я за... Ну, а кому генерировать претензии, я без понятия. У кого тут? Вон у Англии дофига дипломатических очков. Давайте, пускай он генерирует. Хотя, я так понимаю, что если он не будет воевать особо, то это никак и не повлияет. Там американец, с другой стороны, как бы нападает, там всякая война происходит. Может быть, ему... Ну а зачем? Он захватит столицу, у него уже будет минус к дипломатическим очкам. И Грузия тоже непонятно, что делает. Он бы уже давно бы замочил. Ну давайте тогда против меня, что? Раз так единогласно. А что там у нас с дипломатией? Дед Бородет. О, Дед Бородет идет на дипломатическую победу. Ну, финики, я думаю, приплывет же. А как тебе сказать-то приплывет? Если только по Великому и Белорусскому морю. О. Баффало. Извиняюсь. Да ладно. Он хоть прокачался. Нет, надо с карточкой апгрейдить. Так. Почему миссионер так долго бежит? Непорядок. Так, тут у меня едет
убирать. Давайте, наверное, шахты построим. О, Америка. Одно очко осталось. И три хода. Ну, точно золотой век будет. Так, слушай, Инка, ты мне союз-то кидал вообще? А ты все еще не вышел в них? Не. Так, ладно, англичанин, давай союз тогда. Только не знаю, я бы с тобой... Англичанин, сам предлагай. Экономически я хочу с Инком. Ну, экономически нет, военный нет, научный. Пусть будет культурный. Будь здорова. Саша, она опять чихает. Не знаю, что делать. Так, ладно, мне еще там два хода, в принципе, можно еще строителя поделать, потому что там... Так, два влияния... Бонус промышленной зоны, гавани, центра коммерции. Не, пока тут все оставляю как есть. Не успел союз с Англией принять и отправить караван. Еще раз, Инг, когда у тебя союзы? Три хода. А у нас когда союзы будут? Не, я бы, наверное, дипломатическую службу лучше открыл. Сейчас она ускорится. Ну ты уж это, сделай что-нибудь. Араб, а я успею тебя встретить до того, как тебя вынесут? Я имею в виду, ты на побережье где-то находишься? Нет, я нахожусь за Финикией. Под Грузией. Я Грузию тоже не встретил. Финикию встретил, но он мне не дал права прохода. Поэтому я не могу через него пройти. Блин, а у меня там был скаут, но он удалился, потому что у меня денег нету. Какая тварь Колизей построила? Блин, Михаил, ты задолбал. Строить. Нет, он, во-первых, Викторию привел, прямо мне выкупил клетки под мой город, просто молча. Подрубил Колизей. Короче, я осуждаю Канаду. Воу-воу-воу. Не, ну он тут явно сейчас в религиозную победу понесется. Чё, зачем это терпеть? Михаил, посмотри, вот эту вот метку... 210. 210 вход религии. Не селись по этой метке ниже. Блин, ну это вот это вообще охренеть сейчас было. Это очень... Это просто очень... В религиозную победу я особо и не хотел идти, потому что ну, распространять на 8 игроков это бессмысленно. Я на десятерых побеждал за Канаду. Вообще-то. Я с помощью религии вот покупаю инженеров великих, чтобы они перели чудо. В общем, в целом религию использую по назначению. Да, по назначению. По увеличению мощности своей державы. Строитель, блин, как блин, блин. Стилит, а? Конечно. Да, ну вот там он, конечно, он выкупил. Ну, подстава, что мне не дали. Мне следующего дали инженера говно какое-то, а потом следующего Англии отличного опять, которым я мог ускорить Колизей. Охренеть, конечно. Не, ну я хочу его выносить. Это... Ребята, объясните, что такое бонусы довольства, не связанные с фичью, если...
на 40%. Есть индустриализация. Так, я хочу в дипломатическую службу. На культуру, науку, наверное, золото. Так. Сколько ходов тут у нас? Один. Так, может мне поменять? Нет, давайте на один ход пока оставим. Блин, четыре хода. Тогда надо посвящение сначала открыть, тогда она будет поменять карточку. Так. Что здесь? Кампус. Кампус, бани. Бани построены тут. А, так тут и производственные уже построены. Блин, мне надо лошадей обработать. Так. Давайте... А, так тут строители и так строятся. Ой, синяки, привет. Лукдунум. Вот надо было тебе сейчас меня найти, когда у меня одно очко отделяло меня от темного века. Ну да, тут бани, тут... Блин. Тут бани. Тут производственная площадь. Кстати, Грузия, мы дальше дружим? О, Квилея сама... В иудаизм перешла. Да. Я в эту сторону распространяю, чтобы как раз противодействовать протестантизму. И сейчас возьму реформу денежного обращения. Блин, я в Брюсселе уже... В Брюсселе как-то само... У меня 15 послов в Брюсселе само уже накидалось. Библиотека. Гурдвара 190. Вот и закончилось. 62 науки стало. У Канады 109. У нее там, очевидно, куча кампусов нормальных. За где леса горят? Ну тут окей. Опа. Финикия Америки. Нет. Я не Финикия. Я инки. А что ты? А как ты тогда Америки обил? А зачем? А, ты ему город уничтожил. Вау. Вот ты злой. Ну, мне реально не нравится баффал на воде. И как он там? Грузия, ты можешь ему сейчас Новый Орлеан забрать. Просто вообще. Не могу. У меня войск нет. Блин, нет. Войск нет?
Да. Что-то не успеваю ходить. Так, мне надо бы ресурсы с кем-то поменяться, что-то поделать. Так, я бы... Тут, наверное, дворец Потала все-таки бы достроил и опять поселенцев стал делать. Тут надо заселять все. Сейчас, по идее, вот сейчас мы увидим реально, сколько наука у кого. Ну, все равно у меня маловато. Ух ты, в Равене недостаточно довольства. Так, это к лошадям поехали. Тут я хочу янтарь обработать. Не, ну надо кампус, надо кампус. Мне надо найти научный город-государство. Блин, вот Колизей, конечно, обидненько. Колизей обидненько. Британец, как это происходит? Ну, экономический. Можно, конечно, научный, но я больше за вот такой вот. Хорошо кинул экономический. Так, а где у меня караван еще один, может? Я его могу купить? Нет, где-то бегает лишний караванчик. Так, надо в Лукдунами подумать, что строить. Патиолог. У меня тут все сплошные рабочие, которые мне на самом деле не нужны. Гавань. Кампус. На плюс 4. Кстати. Это круто. Наконец-то кампус на плюс 4. Хоть один будет. Тут у него, кстати, скорее всего, Лян сидит. Да, тут я вряд ли буду. Смотрите, уже 6 жителей отъел канадец. Не нравится мне канадец. Не забрал тут лагерь. Так, сколько тут? 2 заряда. Обрабатываем янтарь. Хочу с ресурсами посмотреть. Благовоние. Так, у меня тут дофига чем. Давайте Америке ртуть. Америка предложение. С Англией табак. Англия предложение. Ну что, и все пока что? Инк предложение. Слышишь, Инк? Ну окей, без союзов. Ничего, жалко, одни трюфели. Жалко. Эта свинина мне нужна. 4 штуки, куда столько? Ну, без союзов, так без союзов, окей. Нет, ну ты подожди, я могу заплатить. Ну, заплати.
Грузия предложила. Давай. Почему нет? Бидонов предложил. Извини, я с британцем экономически. Ну любой мне дай союз. Сейчас я тебя в отпуск. А, блин, у меня союз там. Точно. Не, военный мне с другим не потерял. Англия, воен. Промахнулся. Того, что вот какие-то мухляш какой-то делает там, инк, не успел с ним союз заключить, соответственно, ух ты, извержение, еще культурки тут навалило, вау. Саладин предложение. Фаруски моя, господи, он там все чудеса строит. Англия, дружба кончилась. Да. Так, инк, прими союз, а потом будешь с этой свиньей разбираться. Мне надо понять, куда отправлять караваны. Так, соседство гавани и коммерции убираем. Тут ставим учетные банки. Принял. Я думаю, рацион... Так, наверное, соседство кампусов надо поставить. Так. 85. О, встретил Грузию. Что там у тебя вкусного? Где Хванчкара? Ешь шелк. Так. Шелк очень вкусно, давай. Будем жрать шелк. Хотел заключить с тобой право прохода. Главное, чтобы уголь был. Что там еще у Грузии интересного? Больше ничего. Мне бы военный лагерь на самом деле построить. Я бы вот здесь построил военный лагерь, например. Так, ученые, инженеры. Мне бы священные места тоже строить. Причем я как раз в Лугдунуме и в Аквилее могу это сделать, потому что у меня там есть чудеса природы. Нет, я бы лучше не атаковал. Потому что...
он меня убьет. Он стреляющий юнит, он потом убьет меня. Если бы я его убивал... Другое дело. Ой, зачем я тут шахту строю? Тут же у меня ромашка. Дурачок, дурачок. Этот Лёша, дурачок. Так, найти источники. Американец, предложение. Еще могу шпиона, но тут, конечно, университеты. А вот тут я буду после Гурдвары шпиона. Кто продаст инфу про научную ГГшку? Я могу. Ну, предлагайте, что вы хотите. Всего лишь за 50 монет, скажем, дело. У него 700. Алло. Это сейчас науки у него вырастет. У него нету сейчас науки с библиотек, с этих университетов. 50 голды. Хорошо, давай за сотку. Финикия. Две сотки. Да. Тогда согласен Грузия за сотку. Давай, перечисляем. Давай за свинью. За свинью? О, хорошие. Давай. Нет, давай за 60 монет. Не, мне за свинью проще, мне ничего платить не надо. Американец, следующий ход, посмотри предложение. То есть где-то у них. Блин, у меня 15 послов. Но мне их реально пока некуда просто посылать. То есть, видите, тут третий посол везде. Тут биржа нужен, тут фабрика. Где тут в производственной фабрика нужна. Хотя у меня Брюссель и так уже. Ты, а что Брюссель дает? При строительстве чуть... Ну, не надо мне это. Финикия запулил в тебя из катапульты с свиньей. Так, Британия. Что? Ставь меточку. Ставил. На юго-запад от Угарита. Юго-запад. Ну, я не знаю, кому ты метку поставил, я не вижу ее. Так, подожди, а как тогда поставить, чтобы все видели? Выбери метку, и там будет, для кого ты ее поставил. Теперь вижу, спасибо. Пускай пока стоит. Блин, далеко. Хрен я туда доберусь. Ну что, мне тут бани ставить? Видимо, да. Блин, вот сколько ты там чудес уже канадец построил? Ну так культурная победа, наверное, идет. Да он такие какие-то в разнобой. Не, ну ладно, собор Василия Блаженного, я понимаю, что это для Канады.
Я вижу, где он построил, там такие клетки. Стали. Ну, смотри, это твоя задача. Удержать его от турнопобеды. Мы-то совсем ничего не можем сделать. Да, да, ничего не можешь сделать. Пошел Финикию забирать, да? Чего? А, нет, кого ты... Подожди, ты на Инка напал? Не пойму. Да. Инка пошел забирать. Ну, не тебя же. Инка, ты готов вообще к этому? А его, по-моему, не спрашивают. Почему я его спрашиваю, готов он к этому или нет? Ну, я пока за Наску дерусь. Нафига тебе Наска? Ну, надо? Да, на чужом континенте, да. Очень надо. Надо! Так же, как очки. Так. Наверное, стоит укрепить религию, я думаю. Так, какие у нас тут клетки городом обрабатываются. Неплохо, неплохо. 14-20. Мне поставить карточку на плюс 2 вместо торговой конфедерации. Много я? Ну как, у меня 5. То есть я получаю 5 науки. Да, наверное, вместо торговой конфедерации поставлю на плюс 2 заряда следующим ходом. И ванцы просто буду покупать рабочих. Давайте вот здесь я хочу военный лагерь. Очевидно. Блин, мне надо вот эту свинину еще обработать. Я вот сюда пойду лучше рабочим. Конечно, тут тоже неплохо, но свинина мне больше еды и производства даст. Мне надо, чтобы Лугдунум рос. У меня, скорее всего, не получится. Там горы пойдут. Пробиваться буду лет 300. Возможно, ну, если бы модернизации не собирали, то... Ну, я вижу, что у него уже города 60 защиты. Я не знаю, как ты можешь мушкетерами их пробить. Ну да. Поддерживаю. Так, а фиг ли у меня тут вообще разведчик делает? Вот его надо отправить искать. Тот город... Так, сколько у меня вообще шпионов я могу? 2. О, Монреаль открылся. Наверное, в Монреаль надо. Так, что мы тут возьмем? Фанатичный религиозный юнит игнорирует перемещение, крестовый поход. Плюс одна культура. Влияет сильнее. Может, влияет сильнее взять? Давайте вот это писание. Просто, чтобы уже успокоиться... И не волноваться по поводу религии. Канадца. Мне надо вот сюда плыть к Инку и там к
корабли мои ремонтировать. Шпион, фабрику. Так, что у нас с углем? Как минимум уже один есть и добывается. Есть ли где-нибудь еще уголь? Ага, есть еще. А, в принципе, два угля есть, отлично. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!